В великой горести побрел и по болотцу, куда глаза глядят. И вдруг Господь кажет мне, как на краю болотца-то из-под снега родничок бьет, а во рту-то пересохло, и до того та вода вкусна показалась, приободрил собой, чей побежал. Ну, думаю, жив буду, обязательно к этому родничку еще раз приду. Ведь пил воду и второй день, и третий день, и ведь живой же вода-то оказалась, сердце-то бухать перестало, а через 2-3 недели и в прежнюю силу вошел.